Саш, традиционный после матча комментарий. Я считаю, несмотря на счет, все равно игра была непростая, потому что соперник контролировал, старался выходить через короткий пас. Конечно, не всегда это получалось, но все равно они старались, поэтому вот где-то, может, даже больше бегали из-за этого. Вот. А так, вот, 3-0 добились результата, поэтому выиграли, все хорошо. Ты сегодня забил, испытал какие-то эмоции после гола или в товарищеском матче нет такого интереса? Ну как, интерес всегда есть, конечно, всегда хочется забить, но прям чтобы вот, прям обрадовался, убежал праздновать, да не было такого, обычно спокойно. Саш, даже несмотря на твою универсальность, конкуренция на позицию крайнего защитника в команде очень высокая. Тебе вообще легко с этим справляться или переживаешь? Да не переживаю, конкуренция это всегда хорошо, ты должен доказывать на тренировках, быть лучше, тогда будешь играть, а так не переживаю. Последние два товарищеских матча мы провели с болельщиками на трибунах. Насколько комфортно играть с такой поддержкой? Ну, конечно, всегда с болельщиками лучше намного играть. Они поддерживают, двигают тебя вперед. Поэтому 100% с болельщиками всегда лучше играть, чем без. Какие ожидания перед стартом сезона? Будем вот до конца набирать свои кондиции и к сезону уже подходить в идеальной форме.